28 ноября мы начинаем свое прямоэфирное вещание. Путь предстоит сложный, ведь главные каналы страны вкладывают в производство огромные бюджеты. Например, канал Y может позволить себе строительство плавательного бассейна под программу. Канал Z покупает одну серию вечернего сериала за 80 тысяч долларов. А один выпуск масштабных танцев стоит каналу X около 500 тысяч долларов. Это не мой бизнес, поэтому у меня цели зарабатывать денег нет. Мы очень любим женщин 55+, но это не наша аудитория. Основной задачей канала является завоевание лидерства в нише информационного вещания. День добрий, 15:10 за київським часом триває прямий ефір на каналі 112 Україна. Впродовж наступної години з вами Павло Кужеєв та Оксана Руно. День сьогодні напружений. Взагалі-то виробничий процес, він має свої якісь закони і свої правила, тому щодо виробництва, тут, звичайно, тут інша специфіка. І це вносить певну свою родзинку в нашу роботу. Вот обычно я здесь сижу и занимаюсь здесь цензурой. Когда вдруг Оксана что-нибудь не то говорит, я так выхватываю у нее это слово, чтобы оно еще не дошло до микрофона. Я отвечаю за концепцию вещания, я отвечаю за эфирное наполнение, за, скажем так, идеологию, которая присутствует на разных каналах. Я ни от кого, включая от Андрея Подшипкова, не получал никакой идеологической составляющей и ее не раздавал нашим редакторам, которые работают с редакторскими группами. Я выбираю. Редактора выбирают. По какому принципу? Нету принципа. Я не могу это объяснить. Я сама до сих пор боюсь, что когда-то нам скажут: «Боже, что вы показываете такое?» Ну вот берем то, что интересно, и то, что актуально сейчас. Есть цели зарабатывать деньги у Подшипкова и у Кости Бровченко, который является коммерческим директором. У меня есть цель сделать так, чтобы минута эфирного времени стоила минимальное количество затрат. И, соответственно, она была бы выгодна и интересна рекламодателю. На сегодняшний момент у нас 20-й день в эфире мы. У нас неплохие показатели в интернет. У нас каждый день больше 100 тысяч заходов на сайт. 112 CTV и на 112 UA тоже какой-то объем людей есть. У нас JFK начали мерить, и они давали показатели до 2, доходило до 2,1 по доле аудитории 18-54. И у нас же очень большая история, связанная с покрытием. У нас же есть спутниковая лицензия, которая вещает на АМОСе. У нас есть 5 цифровых региональных телевизионных компаний с цифрой. Цифровая лицензия DVB-T2 в 5 регионах на 5 каналах, которые покрывают 88% покрытия страны. Штатный журналист получает в размере порядка $1000 за 6 дней работы в неделю. Деньги такие же, как и на всех каналах. Если вы хотите цифры конкретные услышать, ну, в них смысла нету, но я скажу так, многие ведущие, которые хотели попасть к нам на канал, и когда они узнавали о зарплатах, они говорили: ну так и что, у вас же, как и везде, мы-то думали, у вас тут вообще мешками выносить, а у нас не мешками, просто обычные там суммы меньше, чем даже на новом канале на отдельных проектах, ну, как мне говорили ведущие, которые там работали. А я ниоткуда не уходил, я как работал на «Просто радио» в вечернем шоу, так и сейчас вот еду. У меня эфир до 2, иногда до 3, у меня есть время снять грим, переодеться, и вот сейчас на 4 я еду на радио. Светские львицы, которые ведут праздный образ жизни, точно они не будут по 16 часов работать. Я не думала о том, меня Илья имидж, я пристала на идее Леши Семенова. Он же умеет людей сделать сектантами,
заразить идеей, сказать, канал может быть такой, 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 он будет такой, такой, такой. Это мы потом поняли, что мы делаем новости, там безумно оперативно, безумно все тяжело, и некогда даже одеть каблуки и перо в голову воткнуть, как светская лица. Есть мнение, что есть Захарченко, есть мнение, что есть Арбузов, но самое распространенное, что я сейчас слышу, это то, что сделали какие-то русские. Я не вел никогда ни с кем из них переговоры, не виделся в своей жизни. Не ставили никаких ограничений, никаких задач. Просто делать интересно и подавать жизнь с разных сторон. Все. Мы чуть-чуть брутальнее, я скажу, чем женщины 55+, хотя самое жестокое это и есть женщины 55+.